Константин Бальмонт. В глухие дни Бориса Годунова во мгле российской пасмурной страны толпы людей скитались без крова, и по ночам сходило две луны. Два солнца по утрам светило с неба, с свирепостью на дольный мир смотря, и вопль протяжный: «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Из тьмы лесов стремился до царя. На улицах иссохшие скелеты щипали жадно чахлую траву, как скот, озверенный и не одетый. И сны осуществлялись наяву. Гроба, отяжелевшие, отгнили, живым давали смрадный адский хлеб. Во рту у мертвых сено находили, и каждый дом был сумрачный вертеп. От бурь и вихрей башни низвергались, и небеса, таясь меж туч тройных, внезапно красным светом озарялись, являя битву воинств неземных. Орлы парили с криком над Москвою. На перекрестках молча старцы ждали, качая посидевшей головой. Среди людей блуждали смерть и злоба. Узрев комету, дрогнула земля. И в эти дни Дмитрий встал из гроба, в отрепьево свой дух переселяя.